Всем здравствуйте! Сегодня мы поработаем над чистописанием и выполним задание к тексту. Будем соединять две буквы, букву S строчную с буквой L строчной. Буква S присоединяем букву L нижним соединением. Отступаем расстояние и пишем букву S, букву L. Обратите внимание, что если вы пишете в широкую линию, то самая верхняя строка, она рабочая. С, Л, С, Л. И так до конца строчки пишем. Букву С нижним соединением присоединяем. Букву L. Не торопимся, пишем красиво и аккуратно. А теперь напишем слова. Пословица. Тоже будет это сочетание слов. По-с-ло-ви-ца. Пословица. Слава. Слава. Послушный. По. Слушный. Послушный. Теперь поработаем с текстом. Послушайте. Русский народ сложил много пословиц и поговорок о детях и родителях. Слава сына отцу отрада. Нет лучше дружка, чем родная матушка. Птица рада весне, а дитя матери. Послушному сыну отцов приказ не в тягость. На свете все найдешь, кроме отца и матери. Запишем. Русский народ сложил много пословиц и поговорок о детях и родителях. Русский. Словарное слово пишется с двумя буквами С. Русский народ сложил буква сочетания Ж пишется с буквой И. Сложил много пословиц и уговорок о детях и родителях. Русский народ сложил много пословиц и поговорок о детях и родителях. Поработаем с орфограммами. Русский, удвоенное «с», словарное слово. Народ, ударение падает на «у», безударный гласный «а», тоже словарное слово. Парный, согласный «д», проверочное слово «народы». Сложил, буква сочетания «ж», безударный гласный О, много, буква О, пословиц, ударение падает на О, безударный гласный О в приставке. И союз поговорок, ударение падает на О, безударный гласный О в приставке, в корне говор и парный согласный к поговорке.
О – это предлог, детях и родителях, безударный гласный О, проверочное слово «родина», «род». Запишем, какие пословицы и поговорки придумал русский народ. Первое. Слава сына отцу отрада. С красной строки. Слава сына. Слава сына тире отцу отрада. Слава сына отцу, безударный гласный О, словарное слово отец, отрада, безударный гласный О в приставке. Слава сына отцу отрада. Следующая пословица тоже напишем с красной строки. Нет лучше дружка, чем родная матушка. Нет лучше, без мягкого знака, дружка. Дружка. Парный согласный же. Поставьте запятую, чем родная, чем родная матушка. Нет лучше, лучше ч без мягкого знака, дружка, дружок, парный согласный, чем родная, безударный гласный О, род, проверочное слово, матушка, парный согласный ш. Следующее. Птица рада весне, а дитя матери, в красной строке. Птица рада весне. Птица рада весне, запятая, а дитя тире матери. Птица. Нужно запомнить, что буквы Т в этом слове нет. Некоторые дети пишут птица. Птица рада весне. Безударный гласный Е, весны. А это союз. Дитя. Ударение на Я, безударный гласный И. Матери. Следующее предложение. Послушному сыну отцов приказ не в тягость. С красной строки. Послушному. Послушному сыну, послушному сыну отцов, отцов приказ не в тягость. Послушному сыну, безударный гласный О в приставке, отцов, букву О надо запомнить, отец, словарное слово, приказ, безударный гласный И в корне слова, буква З, парный согласный на конце приказы, не в предлог, тягость, мягкий знак, показатель мягкости. И буква О, безударный гласный. На свете все найдешь, кроме отца и матери. На свете все найдешь. Обратите внимание, что нужно писать мягкий знак. Второе лицо глагола «ты». Ты найдешь
запятая, кроме отца, отца и матери. На свете все найдешь, кроме отца и матери. Безударный гласный Е в слове матери. Мы написали с вами буквосочетания, написали слова, написали пословицы и поговорки. Скажите, пожалуйста, вы знаете, чем отличается пословица от поговорки? Какие из этих предложений являются пословицами, а какие поговорками? Если не знаете, то спросите меня об этом в комментариях. А сейчас выполним задание. Вам нужно написать, что обозначают слова «отрада» и «трудолюбивый». Если вы не знаете, что обозначают эти слова, вы можете спросить у взрослых, спросить в интернете. Можно воспользоваться толковым словарем, который объясняет значение слов, и написать. Второе задание. Найдите и напишите две пословицы о детях и родителях. Это вы можете сделать в комментариях, а мы прочитаем пословицы и поговорки о детях и родителях.